Мой друг меня предал. Однажды я возвращался домой с работы и увидел, как он нашел себе нового товарища. Теперь он с ним гуляет, ходит на спортивные тренировки. Блин, да они даже руду вместе добывают, как так-то? Я решил выяснить, что ж такое хранится в голове у этой свинки, что моему другу интересно, блин, с ней гулять. Я придумал секретный план, как проникнуть внутрь ее головы и узнать все тайны. А все очень гениально и очень просто. Время ночь, я подошел к своему дому. Конечно же, я сейчас тихо проберусь так, чтобы меня никто не услышал. Потому что я Аленчику сказал, что меня сегодня дома не будет. Я задержусь на работе. И появилась у меня гениальная мысль. Чтобы дверьми не шуметь, я проберусь в дом с помощью портальной пушки. Смотри. Вот так вот. Вот так вот. И ничего не слышно. Никаких стуков дверей абсолютно. И сейчас эту дверь я тоже открывать не буду. Вон, там Леня спит, но мы должны найти Хрюнделя. Я только не знаю, в какой он комнате, потому что, ну, вряд ли же они в одной будут. Давайте подыщем, может быть, он на кухне. Эй, Хрюндель, я пришел за тобой, чтобы посмотреть. Но это Леня, это-то я знаю, эти звуки я ни с чем не перепутаю уже никогда в жизни. Где же может быть здесь Хрюндель? Точно, у меня же есть еще одна комната пустая. Если бы я в дом привел Хрюнделя, я явно ему сделал бы здесь сарай. И он бы спал тут. Я что-то не пон... Фу, блин, Леня. Ладно, если необходимо найти Хрюнделя, нужно думать как Хрюндель. Да ну, не может этого быть. Не, я не верю, я не верю. Это что, действительно так сейчас? Секунду, секунду. Оп. Подождите-ка, серьезно? Ну, Свинтус, ну не пукай под руку. Я должен сделать свое дело сейчас, секунду. Опа, забираем, бегом на балкон. Нупкин, Нупкин! Я Ванус, что там все получилось? Да, Нупкин, сейчас аккуратно. Лови Свинтуса. Хорошо, Ванус, ловлю, только ты аккуратней. Он тяжелый. Ладно, Нупкин, буду аккуратно. На. Поймал. Я вижу, половина дела сделана. Идем делать второй шаг нашего плана. Побежали! Подъем, Свинтус! У нас новый день! Сегодня много планов. Свинтус! Срочно! Мне нужно сделать звоночек! Блин, на нервах, на нервах. Сейчас, секунду. У меня был второй телефон. Алло, здрасте, у меня друг пропал. Да, с домашнего телефона вам звоню, а чего? Не задавайте глупых вопросов. Ладно, рассказывайте, что случилось. Что ты на меня так смотришь? Ну так ты ставь. Кого ставь? Свинку ставь сюда. Я это... Ты что посмотрел только что на свое пузо? Ты что, ее съел? Алло, нет, сейчас поставлю. О, вот, сам ты. Наша задача сейчас ее увеличить в размерах. Давай зельку, бегом, давай. У нас очень мало времени. Понял, да? Да нет, но она столько морковки не съест. Она же это, взорвется от такого. Нет, 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 нет. Нужна зелька увеличения. Да ладно, зелька так, зелька. Давай аккуратно, можешь сам бросить. Только, пожалуйста, давай ровно в нее. В себя не попади, ладно? Ладно. Давай, бросай. Раз, два, три. Блин, зельки перепутал. Повезло, что ты их перепутал на себе, иначе мы бы сейчас ее угробили. Та была зелька мгновенного убийства. А это? Вот увеличение. Давай мне ее. Не. Ладно, давай сам только аккуратно, я не хочу ему доверять. Давай, Нупкин, раз, два. Так, а тут лево, тут право. Готов. Что вы говорите? Еще раз повторите, пожалуйста. Что смешного? Я говорю, у меня пропал друг. А ваш друг? Повторите. Он свинья. А что? Серег, иди сюда, тут такое случилось, давай. Ага, Нупкин, я не ожидал, что она настолько сильно увеличится. Но это наш шанс все. Нупкин,
Нупкин, ты где? Нупкин? Я смотрю, что тут у нее. Оп! Иди сюда, давай, не надо лезть. Короче, нам нужно придумать, как мы поместимся внутрь. Я знаю один проход. Нет, стой, подожди, не-не-не-не-не-не. Придумаем что-нибудь другое. У тебя есть эндер-жемчуг? Да ладно, Блин! Чё ты хрюкаешь-то, ё-моё? А как так случилось-то? А если она меня так сожрёт? Алюш, помоги! Помогу, сейчас, секунду. Нужно только нацелиться. Раз, два, три. На-на-на, Серёг, послушай, послушай, что говорит. Ну-ка, чё там? У меня пропал друг свинья. Друг свинья. Нупкин, ты здесь где-то? Всё-таки получилось. Стоп. Да, Владов, я это... Я тут где-то. Я вижу. А чё лежишь? Лежу себе, знаешь, вот просто, просто лежу. Так а чё ты лёг-то? Здесь же понятно нужно, что делать. Нам нужно до сундука вон добраться. У нас не время просто лежать. А мы где вообще? Ну, внутри свиньи. А! Б! Вставай давай, Нупкин! Сейчас, секунду, я прыгну, только аккуратно, не упадь. Повезло, в этот раз не упал. А ты не тяжелый. Да я знаю, Нупкин, я же всё-таки спортом занимаюсь, в отличие от некоторых. В отличие от тебя, если что. Ты, что ты будешь делать? Как? Как мне забраться? Как? Ладно? На, держи! Блин, у меня же был эндер-жемчуг, почему я сам им не воспользовался? Немножко, может быть, протупил. Но нам же нужно добраться до мозга, свинюшки! Сейчас это все будет! Я знаю, как это сделать. Нупкин, здесь сундук и пустая комната? Давай заглянем в сундук! Давай! Может быть, там лежит то, что нам нужно? Ну-ка! Ну, пожалуйста, еще раз скажи, что случилось! Ну, вы достали, я уже четвертый раз повторяю! Обещаю последний! Давай! У меня пропал друг! Свинья! Друзья! Ну, ну вас нафиг! Давай! Чё? Постройте сердце! Нифига себе! Нате! Откуда ты реально сердце взял? На, забери! У себя! Легенда о Данка. Он чё, вытащил из себя сердце и отдал его... Я знал, что ты придурочный, но не настолько... Зачем ты меня сфоткал только что? У нас времени мало, Нупкин, давай сердце строить. Вот тебе, держи, пожалуйста, красные блоки. Я буду строить из редстоуна. Это будет очень-очень легко. Будем строить вот здесь, вот так вот. А чё я всегда строю? Сам строй. Помогай мне. Сейчас, Нупкин, я такое сердце построю. Ну, оно, конечно, не как у тебя будет. О, неужели он мне помогать начал? Вот так. Да, вот так, ладно, вот так. Да. Блин, классно ты строишь. Да, умею. Блин, а где научился? Ну, я проходил курсы по строительству. Блин, прямо вообще реалистично. Получается. Да, Нупкин, главное, что ты помогаешь мне. Ну, ты чуть-чуть, конечно, помог. Ну да, я тут практически не участвовал. Блин, вообще класс. Угу. Ну что, Нупкин, ну что, как тебе? Офигеть, ты лучший строитель на планете. Спасибо, Нупкин. Ну ладно, что, ну чуть-чуть, только неровно. Это можно все исправить. Блин, Владимир, вообще фикардов. И что теперь? Успешно. Что успешно? Я не понял. Вот, проход открылся. А если... сломать? Брат. Тебе, может быть, по башке чем-нибудь дать? Или, ну, как, хочешь, не хочешь? Нет, не хочется. Вставлю. Не вздумай ломать здесь блоки никакие. Ладно. Давай выберемся с этого лабиринта. Мы уже практически дошли. Я чую, что голова должна быть где-то рядом. Мозг близко. Че ты меня бьешь? За мной, я знаю выход. Ну и где выход? Ну че ты ударяешься-то в каждый этот блок? Все! Это вход! Да! Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Ты не умничай здесь, пойдем за мной. Выход должен где-то быть либо по диагонали, либо совсем-совсем рядышком. А, вот же выход. Блин, так это не сложный лабиринт. Смотри, я чую, что нам осталось буквально, ну, пару минут, и мы уже будем в пункте назначения. Ну да, я всегда не умел паркурить, ну что поделать? Да, я все! Да я вижу, что ты все! Давай пойдем! Блин! Что? Ты как упал-то? Ой! Как я упал? Сейчас покажу. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай-давай, паркурим! Самое интересное здесь то, куда ведет эта лестница. Нупкин? У меня зима в сердце! Надо свинью голову! Блин! Пойдем заберемся, посмотрим. А ты пока поставь лайк. Лучшие друзья. Я же имя тебе уже придумал, бро. Знаешь, как я тебя хотел назвать? Знаешь? Свин! Где ж тебя искать-то теперь? Почему жизнь?
такая жестокая! Надеюсь, ты еще не шашлык! Ну что же? Отлично! Это то, что нам нужно! Наконец-то мы добрались! Да! Что да? Туда! Что ты хотел? Расставляй оборудование быстро! Понял? Сейчас! Отлично, нубки! Провода доставляем пожирнее, провода должны быть, потому что сейчас будет очень серьезное электричество. Мы должны подсоединиться к мозгу, чтобы узнать всю нужную информацию. Нубкин? Да, капитан, все готово! Отлично, тогда я открываю ноутбук, подсоединяй провода к ноутбуку и от ноутбука в мозг, ты меня понял? Нет. Чего непонятного-то? К ноутбуку и от ноутбука в мозг. Надо активировать все эти тумблера! Ладно, сейчас я активирую, давай, ну. Вот этот активируй! Ладно, сейчас, провода подсоединяем, быстрее, давай. Все, готово! Вот так вот, оп. Отлично, теперь от ноутбука в мозг. Подключено к компьютеру. Все будет, вот так, оп. Ну, криво-лавненько вышло, но нормально все. Подключено к мозгу. Все, бро, садись за компьютер. Отлично, сейчас я узнаю все то, что я давным-давно хотел. Все получилось. Я превратился в свинюшку. Это, конечно, выглядит и звучит странно, но сейчас я приду домой и... Нубкин со мной на связи. Сейчас, секундочку. Пока я бегу, я ему наберу. Нубкин! Да, Владов! Ты на связи, все нормально. Ты, если что, видишь, куда я иду. Да, Владов, перед тобой дом Владов. О, ты читать научился. Короче, будь на связи, я уже почти дошел до дома. Сейчас мы все узнаем. Давай, пока. Я его никогда больше не увижу. Чё нафиг? Я вроде бы никого не ждал. Чё, доставка пиц? Ага, Свен! Тихо. Лёнь! Я тебя так ждал, любимый дорогой Свен! Ты где был? Ай! Тихо, Лёнь, дело в том, что я... Сердечко аж прихватило. Материное сердце не обманешь. Вернулся, родной. Какое материное сердце, ты чё? Сюрприз! Тихо. Пойдемте в дом, а то у него сейчас точно съедет крыша. Поставьте лайк. А это здесь, собственно, что такое? Так куда? А нюхать друг друга? Традиция же! Какая еще традиция? Отвали! Теперь ты меня! Ой, блин, случайно. Ты... Блин, я что, спалился? Ты! Ё-моё. Наконец-то достал автомат! Да ты что, совсем что ли? Ну все, играем! Нет! Вот ты действительно лучший друг, не то что Владус. Вот так вот, да? Не зря про него ты говорил. Сейчас просто реально интересно. Ну ты же сам сказал, что Владус сказал, что я самый худший из всех его знакомых. И что я идиот и глупый. Я так не говорил! То есть вот эта зараза свинская говорит, что я говорю, что Лёня плохой? Нет, Лёня, конечно, тот еще дебил, но... Так, сейчас, секунду, мне нужно позвонить Нубкину. Нубкин? Да, Владус, что случилось? Видишь мозг у свиньи, да? Да, вижу, и что? Короче, телепортируйся в мозг и убери пару извилин, которые отвечают за хитрость. Мне очень нужно, ты мне очень сильно поможешь. Я, кажется, понял, в чем проблема. Все, давай, пока никогда. Нужно вспомнить, левой кнопкой телепортироваться, да ведь? Раз, два, три... Блин. Алло, Владус, алло. Блин, не отвечает. Надеюсь, Нубкин там справится. Итак, что будем делать сегодня? Сейчас я тебе отвечу, зараза. Что такое? Да ладно, ты нашел свой истинный путь, мистер Свин. Удачи тебе. На, поесть, тоже перекушу. Жаль, не хинкали. Но я долго буду есть. Ты это, давай тоже налетай. Где вообще выход-то? Ё-моё. Надо валить отсюда. А то я случайно лиску из вилин убрал. Стас, откуда это я вылез? Погоди-ка. А-а-а!
Ладно, пойду я. Я же все-таки нашел свой истинный путь. Мне нужно выселиться из свиньи и оставить ее в покое. Надеюсь, что Нубкин там ничего лишнего не натыкал. И свинья останется в том же прежнем виде. Просто она не будет такой хитрой. Не будет никогда Лене говорить о том, что я ему что-то там сказал. И не будет врать никогда. Ладно, сейчас я выселюсь отсюда. Раз, не подглядывай. Блин, сейчас тебе нужно подписаться на канал. Проверим, что там со свинькой-то. Подпишись. Здесь кнопка подписаться. Нажми на нее и посмотри следующий ролик. Что-то Нубкин, видимо, переборщил.